Москва, Питер и Сочи – лучшие места для путешествия в одиночку. Такие данные опроса приводят «Известия». Также идеальным местом для такого отдыха респонденты назвали Калининград и Алтай. В целом же, по данным опроса, 78% россиян предпочитают ездить куда-то без компании. Многие рассматривают такие поездки как возможность посвятить время саморазвитию и лучше узнать себя. Также соло-путешествия расширяют круг общения, дарят новое знакомство и вызывают чувство свободы. Негативный опыт в подобных путешествиях был лишь у 12% туристов.